Сегодня Березовка – это промежуточный пункт между пациентами и врачами. Галине Шурыгиной 73, и она не болела коронавирусом, поэтому и решила поставить прививку. Но добраться до больницы самостоятельно непросто. Больная нога требует покоя. Женщина живет в поселке Ильича. Говорит, транспорт там ходит нечасто, поэтому и потребовалась помощь специальной бригады. Приехала за «Газель». Все мы дружненько, у нас 5 человек приехало, все мы дружненько сели в «Газель», привезли сюда, проверил терапевт, сделали прививку, все было хорошо. Для маломобильных людей в крае действует своя система доставки. Если они живут в маленьких поселках, специальное авто забирает их из местных ФАПов и доставляет в районную поликлинику. Так в крае уже поставили вакцину от коронавируса более 450 человек. Если колясочник у нас там, мы его закатываем, держится за поручки. Мы ставим на ручник, на ручной тормоз инвалидную коляску и опускаем ее. В Первомайском районе от коронавируса привиты пока 37 маломобильных людей, хотя желающих гораздо больше. Но пока ускорить процесс не получается. Каждую неделю мы доставляем по 5-6 человек маломобильных граждан. Это с различных уголков Первомайского района, в том числе отдаленных. Вот за 2 месяца привезли это поселок Ильича, поселок Сосновый Лог, то есть Сосновка, удаленные районы Первомайского района. Добавим, что списки желающих поставить прививку от коронавируса формируют участковые врачи. Они лично звонят пациентам и предлагают им такую услугу. К слову, на сегодняшний день в крае всего более 90 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, «День с толком».